Всем привет, с вами Лиза, вы на канале Border Collie Vlog. У нас уже тут такая красота, в инии. Все замерзает, холодно, на крыше тоже появился иней. Пойдем, Лео. Как вы видите, Лео у меня без костюма, но это и понятно. Он отрастил себе очень классную шевелюру, очень классную шубу, и ему не холодно. Если одеть на него сейчас костюм, он спарится. Сейчас пойдем в наше поле, я там давно не была, но я уже вижу, что там очень красиво. Посмотрите, какая красота. Вау. Мне уже нравится. Блин, классно. Я тут очень давно не была. Так как всегда приезжаю ночью. И ночью этого не видно. А сейчас у моей мамы ковид. Она официально уже подтвердила, что у нее ковид. Я сделала два быстрых теста. Два быстрых теста отрицательных. Но у меня есть антитела. И как бы мне нельзя выходить из дома. Но мне можно как бы гулять с собакой. Так что я гуляю с собакой. Что я еще могу сказать? Он мячик оставил, смотрите-ка. Так что сейчас сидим 10 дней дома, на карантине, на аджилити не ходим. Три тренировки в аджилити профукаем. Это ж капец какой-то, ужас. Это жесть. Это будет жесть слева. Он не привык сидеть дома и ничего не делать. Так что будет жопа полная. Но мы будем много-много работать индивидуально, сами, дома. Какой ты красивый. Да, ты красивый. А, при том, что главное-то, у меня Лео снялся в проекте, в таком для начинающих студии, как это, режиссеров, я не знаю, как это правильно назвать, я в это немножко не в теме. Но он снялся в короткометражном фильме для одного проекта, который будет отправляться на конкурс. И я оставлю внизу ссылочки, если вдруг будет интересно посмотреть на милую, замечательную морду Леона, обязательно переходите по ссылке внизу и смотрите. Давайте сделаем просмотры. Ставьте лайки там. Сделаем просмотр моей двоюродной сестре, это она снимала, и получилась достаточно интересная задумка, интересная тема. Плюс у Лео такая очень выразительная, запоминающаяся морда, миленькая, что он прямо там в тему. Не сливается с общим фоном, именно так, немножко даже выделяется. И еще, ребят, нас почти 1000, может быть, на данный момент даже уже 1000. Там не хватало пару человек всего, когда я снимаю этот данный ролик. Но я вам обещала рассказать о этом, о моих желаниях и моих мечтах. Так что я начну. Я очень сильно хочу накопить хотя бы какую-то первоначальную сумму для того, чтобы открыть свою зоогостиницу. Это прям моя мечта, чтобы не выходя из дома, никуда не выезжая в город, не занимаясь там, например, с детьми, заниматься именно зоогостиницей и грумингом. Это прям моя мечта-мечта. Чтобы сидеть дома и не выезжать в город. Эта мечта, долгая, она будет долго... долго я к ней буду идти, так как денег надо, очень много тысяч. Это не одна, не две, не три тысячи евро, это 30, 40, 50 тысяч евро, чтобы построить. У меня есть фундамент, и на этом фундаменте мне надо сделать как бы проект, согласовать его и построить на этом месте здание. Ой, смотрите, яблочки выкинули, наверное, для диких животных. Лео, тырь яблочкой, пойдем. Он тоже любит яблочки. Вот такая у меня задумка, вот такой у меня проект. Еще один мячик. Это все Лео оставляет. Где-то тут валяются мячики, это все Леона. У меня там просто еще целая коробка этих мячиков. Так вот, не отклоняемся от темы. У меня такое желание. Сделать классную зоогостиницу. То есть не просто, что это как в приютах у нас или как у нас в этих, в городе. Типа того, что у собаки отдельное помещение, и с ней просто гуляют, ходят гулять, она там постоянно сидит.
Так как я не могу брать собак домой себе на дом, мне это неудобно. У меня есть один агрессор, который с кобелями не уживется. Во-вторых, у нас нет забора, и надо будет обязательно гулять с собакой на поводке только. Ну, меня вообще не устраивает этот момент. Это неудобно и опасно. То есть суки не могут не принять сук, кобели могут не принять кобелей, от этой собаки могут заразиться мои собаки, то есть я не готова к этому риску. А вот если построить зоогостиницу, то у меня желание сделать отдельно теплое и к этому теплому присобачить такой, как мини-выгул. Вот такое у меня желание. Вот сделать такой мини-выгул. Может даже не мини, может даже побольше. И уже, ну, то есть собака будет там находиться, и при этом там за дополнительную цену, например, мы будем там час выделять на прогулку собака. Мне очень это интересный проект, что он будет у меня дома. Это у нас популярно, у нас классных зоогостиниц есть, но их мало. Значит, у меня прям большое желание это сделать. То есть когда-нибудь, может, лет через 5, через 6, я всегда ставлю себе вот эту вот грань 5-6 лет. Я заработаю, я сделаю этот проект, возможно, возьму кредит, хотя мне очень не хочется брать кредит, и мне пока у меня нет официальной работы, мне никто не даст этот кредит. Но я могу там, короче, деньги выделяются на разные проекты, могу там что-нибудь взять потом, возможно, в ТТКСе что-нибудь взять. Короче, ну, возможности есть, просто надо с чего-то начать, надо какую-то хотя бы минимальную сумму начать иметь. Вот такое у меня желание, такой у меня проект. Я думаю, это будет очень интересно, очень классно. Идея шикарная, мне очень нравится. Сюда! А тут расскажу вам немножко маленький такой секретик, который я держу еще при себе. Я поставила, значит, себе цель. Вы знаете, что у меня есть один бордер и три шицу. У меня в планах закупить или оставить от одной из сук кобеля. Оставлю, если он будет классный, ну, продам всех щенков, куплю себе классного кобеля, если не будет в памяти классного кобеля. Но это не суть, это не так важно. Я хочу себе бордера, вы знаете, что я очень хочу краткошерстного, мраморного, спортивного бордера, прям моя мечта-мечта. И я себе поставила такую цель. Если я найду работу свою себе, ну, официальную работу, не работу, а подработку, так скажем, там на 3-4 часа, если буду зарабатывать хотя бы там 300 евро, 250-300 евро, мне этого будет, в общем-то, хватать, и я смогу купить себе бордера. То есть, что я имею в виду? То есть, если я найду стабильную себе подработку, там, про уборщицы, например, как минимум, я обязательно куплю себе бордер. Я прям поставила себе такую цель. Будет стабильная. Найдешь стабильную работу, можешь начинать искать себе бордер. Так что я думаю, в течение года я себе заведу еще одну собаку. Я прям очень-очень хочу. Сейчас у меня 10 дней свободного времени. Я буду искать и еще раз искать себе работу. Я довольна. Я рада, я довольна. Мне круто, классно. Ну, у меня мечта сейчас спортивный, короткошерстный, мраморный бордер. Я прям уже внутренне вижу эту картинку и свою любовь к нему. Я понимаю, что, ну, почему нужна работа? Почему я вот так вот? Нужна работа, и от работы я отталкиваюсь. Тренировки стоят денег. Как это называется? Еда стоит денег. Из-за этого надо работать. То есть примерно бордер съедает примерно 60 евро, на 60 евро мясо, что ли. Ну, примерно, плюс-минус. Что зависит от размера, от активности, от всего остального. Плюс тренировки, это 40 евро. Один раз, если ходить один раз в неделю. Если ходить два раза в неделю, это уже 80 евро. Ну, вы понимаете. Вы, в общем-то, я думаю, поняли, почему нужна работа. На данный момент мне еле-еле хватает обеспечить своих собак на то, что я работаю груминг, делаю груминг. Так как бывают моменты, когда нет вообще работы, бывают завалы с работы, то есть очень по-разному.
Я хочу найти себе вот такую подработку, которая будет стабильно обеспечивать меня хотя бы 300 евро в месяц. Как я люблю, блин, животных. Я очень люблю собак, а бордер — это прям мечта... мечта идиота. Ко мне тянутся неадекватные животные. И я люблю неадекватных животных. У нас прям... У меня нос замерз, все. Вот там вдалеке очень красивый туман. Вам, наверное, это не видно совсем, но с моей стороны прям это, ну, очень красиво. Сегодня вечером, наверное, будет сильный туман. Вот там собачка идет. Сейчас оденем Лео. Вон он ходит. Сюда. Одевайся. Молодец, мой зайчик, умничка. Стой. Когда ты идешь с бордом, так и столбики. О, столбики! Беги, дорогая, беги. Беги ради папы и мамы. И если услышишь шаги, делай круги и зигзаги. О, беги, пока не затянутся раны. Беги ради папы и мамы, пока не сотрешь каблуки. Мы сейчас идем такие и слышим... Кто-то долбится. Вон там, вам не видно, наверное, с этой камеры. Там далеко, практически на высоте, на вышке дерева, дятел. Чем очень отчетливо виден. Там еще очень много птичек. Классно. Сейчас идем вон до тут, до конца дороги, в магазин. И будем сегодня готовить плов. Захотелось мне плова. Вот так вот бывает. В магазин и будем заканчивать. У нас выходит такая прогулка примерно час. Плюс-минус. Зависит от того, как быстро идти.